Всем здравствуйте, я Лилия, это мой канал «Любимые крестики». И сегодня я хочу открыть на своем канале новую рубрику, которая будет называться «Прогулки по интернету». И сегодня вашему вниманию я хочу предложить ознакомиться вот с таким сайтом. Называется он «The Victoria Sampler Website». Я думаю, что многие знакомы с дизайнами Victoria Sampler. Но вот их сайт, достаточно удивительная, интересная вещь, да. Помимо того, что здесь можно приобрести схемы сэмплеров, шовчиковых и хардангеров, да, разных, то помимо этого здесь есть две интересные рубрики, которые мне очень нравятся. Эти рубрики называются, первая называется «Free Patterns», то есть бесплатные схемы. Их, в принципе, не так много, но они достаточно красивые. Вот вы можете посмотреть, очень интересные. Можно... Давайте посмотрим сейчас, какую-нибудь из них мы откроем. Ну, давайте Валентинку, да? Будь моей Валентинкой. Нажимаем на картинку. И открывается вот такая схемка. Здесь, в принципе, есть описание, то есть сколько, какие размеры необходимы, какой каунт канвы берется. И чтобы посмотреть уже саму схему, мы сейчас видим только картинку, да, то есть то, что должно получиться. Чтобы посмотреть схему, вот есть здесь кнопочка, называется Printer Friendly Page. То есть мы, если ее нажимаем, у нас открывается PDF-файл, который можно будет распечатать, либо сохранить себе на компьютер. И здесь вот уже полностью инструкция. Вот схемка данного сердечка. Здесь указаны ниточки, какие используются. Да, крейник, бисер Милхилл. Значит, ниточки DMC. Идет инструкция, где также описано размер, какая канва, какие используются стежки, основные виды стежков здесь прорисованы и указаны. То есть вот таким образом такое сердечко можно абсолютно бесплатно на этом сайте схемочку получить. Ну, вы ознакомитесь, может, для себя что-то найдете интересное. И второй раздел, очень интересный, который мне очень нравится, это называется Stitch Animations. В данном случае здесь можно каждый посмотреть, да, то есть мы выбираем анимацию. Анимации есть разные, то есть по хардангеру. Разные стежки. Здесь вот первое получается, вот, например, Silk Ribbon Work. То есть это вышивка шелковыми лентами, да. То есть если мы выберем, нажимаем Play, и вот таким образом мы видим, как выполняется такой стежок. Возьмем хардангер. Вот такая схемка у нас получается. И показано, как выполнять данный стежок. Очень наглядно, очень интересно. В принципе, вот если каждый изучает, да, отдельно видео, каждое просмотреть, можно очень много интересного найти. Я была очарована, да, тем, что я увидела, тем, что я нашла, потому что я искала, в принципе, книгу по хардангеру, такую, которая была бы пошагово с описанием, что-то я не... Когда натолкнулась я на этот сайт, и когда увидела вот эти анимационные представления, как выполняется тот или иной
стежок, я, конечно, была поражена, что вот люди так додумались, да, можно сказать, показать нам, как и что делается. Таким образом, я думаю, если кому-то интересно, да, то есть если кто-то захочет, сможет изучить все это. Так, помимо этого, здесь очень много интересного. Здесь можно приобрести интересные схемы сэмплеров. Вот если посмотрим. Сейчас, секундочку. Ну, вот здесь разные и наборчики есть, и разные. Музыкальная коробочка. В принципе, кому будет интересно, можете посмотреть, можете посетить. А на этом сегодняшнее мое видео закончено. Если вам стало интересно, да, то есть вот такая рубрика, отпишитесь мне в комментариях. Я буду стараться для вас искать еще что-то интересное, новенькое. Всем пока, всем до встречи!